Служить людям лучше всего – это не говорить, а слушать. Самое хорошее служение людям – это когда ты способен их слушать. Потому что все, что вы им скажете, вы в этот момент удовлетворяете собственные потребности. Говорите. На самом деле человеку нужно высказаться. Ему просто нужен человек, который способен его качественно выслушать. Поэтому служение людям — это не говорить. Служение людям — это все-таки слушать. А потом, когда человек высказался, разгрузился, как из стакана вылили, 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 и когда стакан пустой, вот тогда заливайте. Вот и все. Можно заливать, и то дозированно. Поэтому учитесь слушать. Либо у вас дар учителя, реализовывайте его в другой сфере. Попроситесь на какие-нибудь курсы, преподавайте курсы, где будет монолог. Вы говорите, люди слушают. Все. А когда вы служите лично человеку, человеку надо высказаться. Вы должны молчать, а он говорить.